Здравствуйте, меня зовут Ефимина Екатерина, мне 14 лет, и я обучаюсь в художественной школе «Колорит» города Саяногорска. Творчеством я уже занимаюсь около 5 лет, и это одна из моих работ, выполненная в технике темпера. Темпера – одна из древнейших красок, использующаяся еще в гипсе. Начала я свою работу с тонально разобранного эскиза, но сначала пробовала темперу в этюде. Далее я перенесла свой эскиз на большой формат и увеличила. Этот натюрморт называется натюрморт с тыквой, так как тыква задает центр композиции, а вокруг нее уже идет цветовой колорит. Этой работой я хотела показать игру цвета и тени и необычность того, что серо-голубой цвет передается другими цветами. Думаю, мне это удалось. Спасибо за внимание. Thank you.